Здравствуйте! Прогноз погоды на телеканале Хабар. О метеоявлениях в стране на 13 мая расскажу вам я, Екатерина Жакишева. На севере Казахстана осадки маловероятны, и в регион станут поступать более теплые воздушные массы. В Кокшетау облачно с прояснениями, горячий воздух повысит показания термометров и настроение горожан. Днем 25 выше 0. В Кустанае ожидается сухая и жаркая погода, в полдень плюс 29. В Петропавловске небо будет ясным, 27 градусов тепла. Очаг высокого давления разгонит дождевые облака на западе страны. И жара в регионе будет усиливаться. В Актобе переменная облачность без осадков. Значения поднимутся до плюс 28. В Уральске солнце будет очень активным – 30 выше 0. Атырау лидирует по температурным показателям. Дневной максимум достигнет 33 градусов. В Актау дожди отступят и восстановится сезонная норма. В разгар дня 29 тепла. На юге Казахстана благодаря антициклону погода окончательно наладится. В Туркестане плавное повышение температуры плюс 31. В Кызылорде жара сохранится. При свете солнца 30 градусов. В Шымкенте будет пасмурно и без дождя. 27 выше 0. В Таразе ясное небо порадует жителей. На термометрах плюс 26. В Талдыкургане природа станет благосклоннее. Дожди прекратятся и тепло начнет набирать обороты. Днем воздух в городе прогреется до 22 градусов. На востоке Казахстана скажется влияние атмосферного фронта, и день пройдет под аккомпанемент кратковременных дождей. В Усть-Каменогорске наиболее сильные осадки ожидаются в первой половине дня. При этом воздух продолжит хорошо прогреваться, в полдень 20 градусов тепла. В Семее удержится пасмурная погода, в течение дня плюс 22. В Павлодаре отсутствие осадков сменится короткими ливнями, 21 выше 0. В центре страны фон атмосферного давления повышенный, и это не позволит облакам достичь дождевой стадии. В Жезказгане ясно и жарко, в разгар дня плюс 27. В Караганде, несмотря на плотную облачность, солнечные лучи будут ласкать своим теплом. Днем столбики термометров поднимутся до 21 градуса. В Алматы ожидается малооблачная и по-майски теплая погода. Ветер умеренный до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8. В течение дня воздух хорошо прогреется, 21 градус тепла. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 689 миллиметров ртутного столба. В Нур-Султане жителям стоит быть внимательными. Сильный ветер раскачает деревья, порывы достигнут 12 метров в секунду. Однако небо будет ясным без осадков. Ночью столбики термометров поднимутся до плюс 10. Дневные значения достигнут 22 градусов. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное. А это была метеорологическая служба телеканала Хабар. Хорошей погоды! Thank you.